смотри, что творит. Что творит малыш? Да. Что творит малыш такой? А... Ну, малыш, в принципе, тут ничего не творит. Сейчас его тут поймает, по-моему. Просто показать танки своей команды, в принципе, поймать его тут тоже. Ах, залетело, смотри тут. Да, он сейчас подсвечивает танки чужой команды. Знаешь, он сейчас добавился, по-моему, сейчас арта, сейчас арта его поймает на противоходе. Ну, вряд ли арта, вот они его поддавили тяжиком и убили, да. Ну, да. Да выпендривался, скажем так, да выпендривался. Кто же сейчас поддавит? Ох, арта хорошо отработала. Арта дала ее. Смотри, тигр заезжает с Першинга. О, Першинга простреливают! Ух ты! Першинг умер. По одному. Понятно, здесь три ствола все-таки восьмого уровня. По одному сейчас проблема тут будет у тигра, потому что два 32-х Т-шки здесь. Ну, тигру нужно немножко прожить и до того, как подъедут. Ну, тут вряд ли. Подъедут сзади. Вряд ли. Его же сейчас все-таки видно здесь, и арта тоже его пропиливает. И смотри, 32-й просто идет на стык, Да, 32-й старается клинчевать, а 32-го, как у всех американцев, практически непробиваемая башня. Ну, он старается заклинчевать тигра так, чтобы быть... Бабах! Вот, тигр умирает. 2-1, украинцы вышли вперед. И такой вот достаточно смелый маневр. Вот артиллерии, смотри, где заняли позиции, я вам сейчас покажу. Если ты сейчас переключишься на второй монитор, здесь все очень интересно. Переключаю вы. Да, Шкода проехала по самому низу и заняла очень интересную позицию. Здесь ее практически не берет никто, она ждет, пока что-то смотри, произойдет. Смотри, как хорошо стал, от сверху-то видит. Если он начнет сейчас свешиваться, то он ее вполне сможет. А Вижн дает 15, потому что там может же арта сейчас... Опа, не попал. Арта промахнулась, теперь он может... Вторая промахнулась. И вот и минус. А вот и минус Шкода. Называется... Доигрался. Экшен начался у нас. Да, вот. Центр, ух, как зажимает тут на скорость. Один Т-32, ты смотри, что творят украинцы. Вот это, по-моему, такой тупой лын. Теряет одного Т-32. Сейчас одного, конечно, и заберут. Или не заберут. Не, заберут, должны. Забрать заберут, но... И тут еще Першинг подъезжает. Четверых. Но тут еще Першинг подъезжает. Першинг и 3601 работает. Не-не-не, все у них тут нормально. Смотри, Т-32 один довольно неудобно стоит у команды. Арта промахнулась. Из Белоруссии. Да, они заняли позицию за домиками. Ох, как арта могла сейчас заехать Першинг, но... Ты смотри, я что-то сейчас не понял, но или я просто не заметил этот момент, но как ушла арта быстро? А, ну, потому что попала в засвет. Где-то засветил? Секундочку. Я сейчас посмотрю, где она стояла. Да, она попала в засвет, и вторая и тоже попала. Смотри, вторая попала в засвет. Какую прекрасную работу пришла. И остается без арты. Без двух артиллерий. Ой-ой-ой. Я думал, что исход боя для них уже предрешен. Я вам это дело покажу. Ой, получает, тут же получает башню. По всему, да. Сейчас мы будем... 3-0 на данный момент счет, база. Т-15, вот, мы видим прорыв. Першинг, Леопард и Т-1 прорываются по низу, убивают Шкоду. И сейчас будут заходить на базу, убивать там арту, потому что арта не ушла. Ну и арте тут уже не отскочить. 1-1, тем временем все-таки минуснули этого Т-2, который там... Ох, а тут какое месиво в центре у нас начинается. 3 в 2 и опять друг другу мешают, по сути, танки команды Aces. Тем временем арта умерла. Арта умерла, Леопард становится на захват у команды Aces. А першинги внизу бодаются у них, у обоих по 800-900 хп. Но сейчас вот, судя по всему... Минус на 32-й один, и второй тоже, скорее всего, поляжет, но должен забирать с собой сейчас один танк. Или закрывается, смотрите, как припрятался здесь, просто не видит. За камешками. За камешками не видит. Закрывает там... один другого, так называемое. Классно. Он делится броней. И пытается прикрыть второго. Все, загнали в угол. Втроем минус 2 без они размена. Они выиграли центр, но у них